Рядом со мной Ольга Лесина. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, у вас такой наряд сегодня красивый. Вы сегодня поете, танцуете. Я сегодня буду танцевать, буду исполнять сольный танец в стиле Belly Dance Fusion на песню Елены Ваенги. Называется «Танец Соломон». В наше нелегкое сейчас время очень хочется донести до людей такие мудрые изречения и общечеловеческие ценности, которые изрекал еще царь Соломон в свое время. Такие, как «хлебу не дай упасть», «мать хлебом корми», «и гора не придет, если веры нет». Этот танец я посвящаю своей маме, это ее любимый танец. Так что сегодня посмотрите. Ольга, как давно танцуете? Я танцую с 2004 года уже давно. Я руководитель школы восточного танца «Хабиби». Для работниц нашего предприятия я веду курсы восточного танца. А как вы пришли в танцы? Как вот вы пришли в эту профессию? Это случайность или осознанный выбор? Ну, с детства любила всегда танцевать. Поэтому, наверное, когда появился танец живота, belly dance, сразу как-то он зацепил. Ну, и начиная с турецких посиделок, там все и началось. Ну, а так, периодически выступаю, танцую. И у меня группа девочек, которые тоже со мной выступают. Как вы подбираете наряды для своих выступлений? Вот сегодняшний образ, это вы полностью сами все подобрали? Все наряды шью исключительно сама, придумываю очень много. Так что сегодня увидите, будет в золотом танец. Я сегодня золотая, вот маникюр тоже в золотой. Да, и тени у вас тоже блески золотые, и сережки тоже с золотом. У вас прям сережки будут другие. Другие будут, но эти тоже очень подходят. Что вы пожелаете всем тем, кто сегодня у нас здесь собрался? Сегодня 60-я юбилейная пиар-вечеринка. И также москвичам, какие у вас пожелания на День города? Я, честно говоря, уже давно с вами дружу. Я еще в 2013 году у вас выступала, танцевала профессионально цыганочку. Вот. Поэтому я с вами, надеюсь, еще и дальше буду продолжать сотрудничать. Хочу пожелать процветания вашему ТВ-шоу, ТВ-шанс. Ну, конечно, крепкого здоровья. И чтобы у вас побольше было талантливых открытий. А москвичам на День города какие пожелания? Ну, что сейчас можно пожелать, кроме мирного неба? Здоровья еще. И здоровья. Да. Все, пока.